Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наше занятие по недельной главе. Рассказ о даровании Торы в этой недельной главе начинается с простой фразы. На третий день месяца по выходе из Египта сынов Израиля в этот день пришли они в пустыню Синай. А зачем вот эти слова «в этот день»? Почему не «в тот день»? Ведь это прошло 3300 с чем-то лет. Дело в том, что Тора – это не сборник каких-то событий древности и там, преданий. Это живая абсолютно книга, которая каждому из нас рассказывает о сегодняшнем дне. И поэтому мы, например, в Пасхальной Агаде сказано, что в каждом поколении человек должен представлять себя как выходящим из Египта. Также мы должны представить себя стоящим у горы Синай. И читая рассказ о даровании Торы, мы должны вот как бы переживать вот это синайское откровение. Поэтому взялся обычай. В эту недельную, в шаббат, в этот, не забудьте прийти со всей семьей, даже обязательно маленьких детей, и чтобы они слышали 10 вот этих знаменитых заповедей. Первое, я Ашем твой, который вывел тебя из страны египетской, не будет у тебя пусть других врагов, кроме меня. Третье, не произноси имя Ашема попусту. Четвертое, помни день субботний, чтобы освящать его. Пятое, что почитай отца и мать. Шестое, не убивай, седьмое, не прелюбодействуй, восьмое, не кради, девятое, не лжесвидетельствуй и десятое, не желай чужого. Все эти великие заповеди, каждый имеет разные толкования, например, не кради имеется в виду конкретно, не кради человека с целью выкупа и так далее. Надо понимать это все. Чти отца и мать, это вообще мистическая заповедь. Потому что заповедь почитания родителей одна из немногих, за которую обещана конкретная награда. Дело в том, что Тора не указывает, сколько времени надо посвящать заботе о родителях, и точно так же не обязывает детей тратить свои деньги на нужды отца и матери. И предвидя такие вот, ну скажем, отговорки всякие разные, Тора ввела очень щедрую награду, написано «дополнительные годы жизни». Другими словами, Каббала говорит следующее, чем больше времени ты проводишь с пожилыми родителями, тем больше будешь жить сам, тебе добавляются годы жизни. Вернемся к недельной главе Итро. Одним из величайших испытаний в жизни вообще человека является то, человек как реагирует на важные неожиданные новости, и вообще каждодневные, как он меняет свои привычки от того, что видит, услышит, какую-то истину доходит. Человек, он такой, что мудрецы пишут, что даже когда Мессия придет, много будет тех, кто не захочет изменить образ жизни. Люди слышат много вещей очень важных, понимают иногда, но знание не обязательно означает, что человек готов действовать. Да? И Тро вот навсегда получил свою привилегию иметь часть Торы, названную именем, потому что услышал и начал действовать. Нам надо определить для себя главное. У мира есть хозяин, отсюда все исходит. Отсюда все заповеди, отсюда все. А есть, например, встречаются люди, которые верят в так называемую эволюцию. Да? Ну, удивительным образом этот человек ходит на кладбище к родителям, или в синагогу на чтение Искора, там, или в Йом-Кипур постится, или кушает мацу в песе. А зачем? Это бред. Это похоже на человека, который одновременно идет в разные направления. Ты же не веришь в это. Если человек верит только в теорию эволюции, верит, что он произошел от обезьяны. Зачем ходить в синагогу, читать поминальную молитву? Лучше в зоопарк сходи, там хотя бы предки есть. Теперь вернемся к заповеди. Если человек произошел от обезьяны, получается, что ваш отец и мать ближе к той первой обезьяне, чем вы. И тем более, чем ваши дети. Для чего же в таком случае вам уважать родителей, которые ближе к обезьяне? Для чего вас уважать? Религиозные евреи считают себя народом, сформировавшимся на Синае с момента дарования Торы. Получается, что ваши родители ближе к моменту дарования Торы, и поэтому мы должны их уважать и почитать. Ну, то есть, есть хотя бы логика в этом всем. Нам нужно духовное оздоровление. Вот Ребе часто говорил, что в процесс выздоровления самое главное, что оптимизм, подкрепленный верой в Бога. И написано, что он важен так же, как лекарство, когда и доктора. Это самое важное, когда человек здоров, болен, вот чтобы ему прийти в себя, именно это нужно. А для кого все-таки остаются какие-то вопросы? Ну, сказали мудрецы, вера в Бога подсказывает нам, что само отсутствие ответов на многие вопросы является свидетельством того, что в них нам нет необходимости сегодня для выполнения, по крайней мере, нашего предназначения в жизни. Нет надобности искать ответа на эти вопросы. Да, так вот написано. В конечном счете Бог создал нас, а не наоборот. Как мы можем предполагать, что мы полностью понимаем его пути и можем ответить на все вопросы? Тем более сейчас, потому что объясняли мудрецы, время кризиса или большой боли – это время для молитвы и абсолютной веры. А с нюансами разберемся потом. Брахава и ацлаха, всего самого лучшего.